чем наш огонек? Огонек свечи, яркие игрушки, ее уроки особенные. Что с особенными детьми по-другому нельзя, Нурсия Ахметова знает не понаслышке. Она мама одного из них. 16 лет назад привела на занятия в апрель своего сына Дамира. Когда врачи ставили диагнозы несовместимые с жизнью, здесь ребенку подарили вторую. А пока с ним занимались педагоги, нашла занятия и для себя. Учила детей шить, вышивать, лепить. Я не заметила, как я начала туда хотеть идти, с ними заниматься. Хотя я не педагог, а родитель была на тот момент. Приходил как на работу, каждый день на занятия. Золотые руки и большое сердце заметили и пригласили взяться профессионально. Закончила педколледж, множество курсов, а сейчас доучивается на дефектолога в КФУ. Душа радуется, когда у ребенка что-то получается. Когда ребенок берут в школу, это вообще щенячий восторг. А если мама говорит, что мы в садик пошли первый день, мы не поняли, что пошли в садик. То есть мы так подготовили его здесь, без крика, без истерик, без бегания по потолку, да? Что он пришел в садик, как к себе домой. Уже 11 лет работы, десятки собственных методик. Развивающие наборы для малышей педагог тоже делает сама. Ребенку очень интересно, идет с большим желанием, то есть никаких там нет, никаких забастовок. В принципе, всегда двумя руками за эти занятия. Некоторые дети не говорящие, а у них появляются даже отдельные слова или звуки только потому, что они занимаются у нее. Успевает дефектолог еще и украшать своими руками весь центр. Ведь когда нашел свою судьбу, отдаешься делу без остатка. Лена Зинатольевна, Константин Бушуев, ТНВ, Казань.